Всем добро пожаловать, с вами Терминатор, топ-геймер мира, мы с вами продолжаем проходить God Eater 2. Собственно говоря, мы поздороваемся, вот так вот сделаем. Я не помню, что мы здесь делали. Начнем с продолжения истории. Так, давайте начнем. Ирина, продолжите историю. Ну, теперь у тебя есть время? Хочу взять тебя с собой на задание. Обещание надо сдерживать. Напомни, о чем мы договаривались, а то я хрен знает, когда играл и не помню, что мы с тобой делали. Хочу посмотреть, как ты сражаешься. Не заставляй меня повторять дважды. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, верно? Я придумала, как убить время. Пойдешь со мной? Ты готова? Конечно. Я целыми днями в куклы играю, что ли? Итак, у нас миссия «Пробный запуск». Она уже, собственно говоря, выполнена. Сложность третья, но мы где-то на пятой сложности. Если я правильно помню. Собиратели материалов послали сигнал бедствия с заброшенного завода. Необходимо уничтожить стаю мелких арагами и Гборокбора. Гборокбора единственный, кто по-настоящему опасен, но лучше избегать крупных сражений, чтобы не пасть жертвой стаи. Для задания рекомендуется искристое оружие. Итак, мы, значит, собственно говоря, возьмем наши любимые поддержки. Это у нас будет Гилберт Маклейн. Также будет Кота Фудзики. И также будет... Сколько у меня осталось? 30. Также будет... чтобы выбрать... Выносливость. Выносливость возьмем. И также здесь помощь у нас будет Хибари Такеда. Все, поехали. Наша миссия — пробный запуск. Локация — затонувшая теплоэлектростанция. У меня, собственно говоря, есть другой джойстик. Ритмикс такой красненький. Который стоит где-то рублей 700. Вот там почему-то кнопки как-то не очень совпадают. Там, например, легкий удар. Он почему-то на треугольник делается. Я не знаю почему. И также вот этот вот отскок, который здесь быстро, там почему-то на крестик. Меня вот это особо напрягает, что кнопки не совпадают. Поэтому я на нем не хочу играть вообще. Мне нравится мой старый. Супер джойстик. О, появился уже Гборокбора. О, втащил мне, нихера. Но у меня имба-меч, поэтому страшного тут вообще ничего нету. Этот Гборокбора умрет сейчас за пару секунд. Учитывая, что у меня в нем автохил вообще засунут. Точнее, пожирание. Пожирание жизней. Поэтому я не представляю, как можно с этим оружием вообще умереть. Как говорит Геннадий Горин, я не хочу умирать. И мы тоже с вами не будем умирать. Мы наоборот просто убьем этого Гборокбора, который реально не на тех напал. One origami. I really want to.
Да блин, не ту кнопку, пожирай его, что ты? Отлично, чешуя дракона. Придется нам сделать кружок, чтобы оббежать и встретить маленьких арагами на своем пути. Вот уже идет жук. Это было легко. Это было тоже легко. Ой-ой! Мне не нужен Абадон, иди нахер с ним. Отлично, миссия выполнена. Черт. Она мне говорит, что я самый сильный. Самый сильный человек всего мира, Вася. Давай быстрее, время проходит. Итак, здесь мы, собственно говоря, выберем. Так. Шанс пробуждения даров крови. Это мне не нужно. Это мне тоже не нужно. Тоже не нужно. Тут все говно выпадает. Мне вот, клинок вампира надо качать до максимума, тогда будет просто мощь. Hey, Is there anyone you really don't like to go on missions with? Or maybe not. Есть такие люди, Эмилием его зовут, придурочный этот рыцарь. That's not what I'm talking about. I mean like someone you like or really don't like as a person. You know what I mean? О, профессионал, это ж про меня. That's a really grown-up thing to say. But what if it's someone who really likes or I guess doesn't like you? What if it's someone who really, really cares about you? I had a big brother. He was so cool and nice and like the best god eater out there. 3 years ago, he got called out on a mission and didn't come back. First, I didn't believe he was gone. I didn't want to believe. I stayed up for days, crying. I realized, as long as there are Aragami here, people will keep losing their big brothers. I decided right then that I'd free the world of Aragami. That's why I picked up a god arc. Это похвально. I spent a long time trying to figure out what happened. He'd gone on that mission with Soma. Eric always used to say, "People may not get me, but I get them."
And I think he really did. I'd like to hope that maybe I can understand too. Like with Soma, people say really cruel things about him. I used to think it was his fault. But then I became a God Eater. And I don't think that anymore. It's not fair to expect someone else to always protect you. They're wrong to say such mean things about Soma. He's not a monster. But I do think he's been blaming himself for not being able to keep my big brother safe. I've been assigned to a mission with Soma. Which is fine, except he's way too worried about me being in harm's way. He tries too hard to look out for me. After last time, I actually started avoiding going on missions with Soma. So, Хочешь, я пойду с вами? Would you? I don't think I can talk to him alone. Thank you so much. Да, я тоже, кстати, это прекрасно помню, хотя играл в первую часть очень давно, что рассказывали про то, что ее брат, она там еще, собственно говоря, маленькая девочка, и что у нее брат отправлялся на задание вместе с Сомой, как она и говорила, и Сома вернулся, а он нет. Давайте продолжим историю. Помнишь, я говорил о задании с Сомой? Как раз собираюсь на него, пойдешь со мной? Естественно! Знаю, но я начинаю нервничать при одном воспоминании о последнем задании с ним. Я хорошо сражаюсь, но никак не могу это ему доказать. Сома сказал, что встретит меня уже там, снаружи. Нет смысла шататься тут целый день, надо идти. Что ж, идем. Кстати, вот эта миссия у меня еще не выполнена. Это, кстати, очень здорово. Называется «Охота на охотника». Объединитесь с Сомой, Шигзалем из Колыбели и отправляйтесь в парк Академгородка. Обезопасьте важные материалы, уничтожив золотого Гбора-Гбора и Конга. Сома обычно отказывается от помощи, но необычная активность рогами прошлой ночью заставила его связаться с дальневосточным филиалом. Собственно говоря, золотой Гбора-Гбора — это просто нубище, которых свет не видел. Ну и Конга, в принципе, тоже слабак, поэтому я думаю, что нам даже не потребуются аптечки на этой миссии. Technically, our objective is to mop up stragglers, but in truth, we're out here to hunt the golden Gbora Gbora. Its body contains some exceedingly rare resources. We're to secure as much as we possibly can. Captain, you'll take point and we'll advance together. Arena, your task is to stay back and maintain an arc of covering fire. Oh. Okay. Move out. Move out! Arena, open fire and distract it from back here. The two of us can fight. I can fight it. Кстати говоря, это первое задание, где мы вместе с Сомой. До этого не было заданий, где Сома был в моей команде, но я все же жду, когда у меня в команде будет Линда. Я его жду очень сильно. Ну что за говно?
Иногда почему-то камера плохо поворачивается. Я, блин, не знаю, что такое. Наверное, просто я рукожопый человек. Ах ты, нихера. Давайте, бейте его, он слабак. Ой, мы ему уже поломали запчасть. Погоди-ка, там кто-то сдох. Да. Отстань, дурацкая цель. Да пошла ты, рот закрой свой, вонючий. Мне насрать, сколько ты меня бьешь. У меня все равно отхил. О, мы ему лицо сломали. Сюда подошел. О! Блин, не успел защититься я. Да сколько можно ломать вещи ему? И так весь поломанный уже. Давай дохни, мутант. Да блин, цель дурацкая. А чё, одна пуля всего? Ну одну я мазанул. Сейчас мы его поглотим быстренько. Оп. Барабан обезьяны, кость обезьяны и кость обезьяны. Отлично, кости мы взяли. Масло. Масло, масло. Масло, маслицо. Ты серьезно? Надо его поглотить. Пропитка, магний и пропитка. Мне, в принципе, лень бежать за материалом, поэтому мы просто постоим. Посмотрим на меня, красавчика. И на каких-то двух человек. Пробуждение даров крови или улучшение команды? Давай улучшение команды. Навык ОЗ в щит 9 уровня. Это, кстати, мощь. Мастер патронов. И поглощение оракула.
Итак, миссия 4 минуты, 54 секунды, короче, 5 минут. Клинок вампира, кстати, не прокачался, вообще выключился, охерел! We should call it a day here. I've still got some field work to take care of. Soma, you did a really good job. Yeah, so did you. See you two. Okay, great, thanks. Thank I wanted to thank you for coming with me. You really made it so much easier to talk to him. By the way, during the mission, I was kind of just blurting out whatever came to mind. Did it sound weird? Все в порядке, Ирина. Really? You're sure? Oh, that's good to hear. All right. Let's head back. Ирина приобрела навык Рекрут 2. У нее, кстати, закончились истории, поэтому можно выбрать, например, какое-нибудь дополнительное задание. О, у Гила можно продолжить историю. Гилберт Маклейн. Сиэль созывает бойцов крови на собрание. Похоже, они нашли того Арагами. Это волка, что ли, того? Но мы пока, конечно, допройдем четвертую сложность. Тут у нас Сариэль, моя нелюбимая. Сариэль, как, наверное, и у большинства людей. Здесь, кстати, падшая Сариэль и два Якшираджи появились. А пылающая колесница — это у нас кто? Магматический Гбора-Гбора. О, давайте, собственно говоря, с ним и подеремся. Не будем начинать миссию Гилберта, потому что, ну, сделаем как бы серию про Ирину и просто дополнительное задание, чтобы уменьшить количество заданий. В старом городе появился магматический Гбора-Гбора. Вероятно, он проник туда через подземные ходы, чего прежде не случалось. Извлеките его ядро для последующего анализа. Вы можете также столкнуться с небольшими Арагами. Если они попытаются вам помешать, уничтожьте их. Что, собственно говоря, мы и сделаем. Ну, конечно, мы возьмем Сиэль, потому что она обладает кровью, чтобы видеть жизни. Также мы возьмем Нану Кадзуки и мы возьмем Гилберта Маклейна, я думаю, мы возьмем, потому что у них у всех есть как бы сила крови. И придется Гилберта заменить на... У Гилберта что вообще? Верный удар. Тогда мы возьмем Канон. Канон Дайба. Все, дублирования нету. Отлично. Кстати-ка, давайте посмотрим вообще, оружие-то у меня. Я с огненной катаной хожу, да? Но она мне не помощник. Наверное, возьмем Флорент. Потому что мы против магматического Гбора-Гбора, она огненная. Но, блин, здесь дамаг-то, конечно, вон какой здоровый. Да давайте возьмем Флорент.
и погоним. Или подожди-ка. Огненный паш. Клинок четырех знаков. О! Атлет 10 уровня. +130. Это 260 дамаг. Посмотрим синий снегоплащ. Красиво выглядит. 257 дамаг, но... +236. Или может просто этот взять на дамаг? Специалист ближнего боя здесь будет. Можно, в принципе, создать, взять его. Флорен-то, конечно, блин, вообще мощный. Но тут по дамагу можно вывести. Сейчас давайте еще навык установим. Скрытая атака. Что, кстати, делает? Увеличивает урон и суммирование ослаблений для рогами вне боя. Повторная поддержка. Сопротивление яду возьмем. Короче. 9 уровня, потому что. Успешно проведенные блоки отражают убивающие удары. Походу хрень. Знаток. Знатоки. Новый вопрос, знатоки. ОЗ при пожирании мне не нужно. Мастер лазеров я не пользуюсь. Давай вот это возьмем. Скоро заряженные способности. О! Ну, короче, похеру. Ничего не будем ставить. Мне нравилось, что в первой части я мог пожирать вот так вот сальтушкой. Но это просто было топ. Но один человек мне сказал, что в этой части так делать нельзя. Поэтому я расстроен. Ой. Что делаешь, дурак? Куда стреляешь, дурак? Наменяйся уже.
Блин, чё, ходить-то не мог я, нихера, чё за говно? Тебе чё надо, идиот? Но здесь у нас проблем не будет, хотя посмотрите на карту. Точнее, на радар. Сколько там ночных пустот этих вонючих. Умри, какашка. Как вообще Нана Кадзуки с таким молотом управляется? Она же, блин, малявка вообще. Да пошел ты, я тебе сказал, дурак! Ты что делаешь? Дурак, дурак! Да убейте в этих ночных пустот уже! Я ему так мало бью вообще. Может реально сначала их убить? Коза, подохни. Не та сдохла. Что ты делаешь? Отлично, я успел поглотить. Одна еще там, где-то в жопе мира. Но она, в принципе, не нужна. Пошел, отвали, дурак! Соси! Я сосу? Да как ты по мне попал? Я, блин, был-то в стороне, рядом-то вообще. Стой, мусор! Какого хрена ты еще не мигаешь? Рублю просто на все кнопки его. Спинной плавник ему разрушили. Alpha, I order you to fall back and heal now.
Ты что делаешь, идиот? Надо подхилиться, чтоб он меня как бы не бил. Блин, то, что я подхилил, все он мне потратил с одного удара. Ну нехило тогда ему вытаскивает вообще. Пуля. Я себе спокойно все выхилил. Но это просто имба-мечи. Зря они, мне кажется, такую силу крови сделали. С этим мечом игру пройти просто не составит никакого труда вообще. Особенно если я сейчас еще прокачаю его до максимального уровня, то это просто будет изи игра. Он очень медленно мигает, и быстрее что-то не хочет начинать мигать. Да блин! Пушка. А он, кстати, что-то может сильный, но он уже быстро мигает. Деревянный, это потому что он только, собственно говоря, новый появился. Еще магматических борок-бора не встречалось у меня на пути. Он вот на пятой сложности появился первый. И, собственно говоря, из-за сложности, скорее всего, у него защита и атака повысились. Если я, например, перейду на ту же шестую там или седьмую сложность, то он поляжет буквально за 5 минут. Да может ты уже подохнешь, идиотина? Стоило только попросить. Стоило только попросить. Ое, ое, ое! Да успокойся ты! Не good, а зер good. Масло. Масло, масло. Масло, маслицо. Пробуждение, нет, улучшение, наверное, или пробуждение. Или улучшение, пробуждение. Пробуждение. Оракул 7 уровня. Атака в ближнем бою 5. О, то, что надо. Дамаг нам пригодится всегда. Пылающая колесница. Миссия выполнена. Почти 10 минут. Хотя, если мы были бы, я уже говорил, на 6 или на 7 сложности, то
мы бы выполнили эту миссию намного быстрее. 12-4. Это мне где-то еще 80 битв, короче, сыграть. Ну что, друзья, с вами был Терминатор. Так точно говорит. Мы с вами выполнили продолжение истории Ирины и одну дополнительную миссию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, палец вверх. Обычно надо сделать не два раза, а один раз. И подписаться на канал. Но самое главное — это берегите себя, и все у вас будет отлично.